Вот такие годные инструменты ты увидишь в этом ролике, и в конце видео будет конкурс для моих подписчиков. Всем привет! Ловите свежую подборочку из 15 годных и полезных инструментов для каждого мужчины. Если хотите попасть в следующую подборку, то пишите любой комментарий под видео, и я его покажу. Думаю, будет прикольно. И для подписчиков моего канала в конце видео будет конкурс, так что смотрите до конца. Приятного просмотра! Электрический пистолет-распылитель – это простой, надежный и эффективный инструмент. С помощью этого краскопульта можно осуществлять покраску любых поверхностей и деталей. Одним из его преимуществ является равномерность нанесения краски на поверхность без потеков. Электрический краскопульт может работать с различными лакокрасочными материалами, жидкостями для обработки поверхностей, лаками и так далее. Максимальная вязкость краски при работе должна быть 50 дин на секунду. Пистолет имеет мощность двигателя 400 Вт, питание от обычной бытовой электросети с напряжением 220 Вольт, оснащен регулировкой подачи струи, то есть с помощью специального регулятора можно контролировать охватываемую площадь покраски для экономии лакокрасочных материалов. Гаечный рожковый ключ с трещоткой – очень полезный и необычный ключ. Он имеет стандартный вид обычного ключа, но с одной особенностью – внутри встроен трещоточный механизм, который позволяет проворачивать болт или гайку, при этом не снимая и не перекидывая ключ снова и снова. Для нового оборота просто прокрутите ключ назад и откручивайте дальше. Инструмент своеобразный и непривычный, но все работает хорошо. У продавца есть различные размеры ключа от 8 до 17. Набор головок для сорванных граней от 9 до 19 мм. Специальная форма колпачка, облегчающая застревание винта, не позволяет отвинтить поврежденный винт. Шапки изготовлены из очень прочной хромомолибденовой стали, что дает им высокую твердость и высокую устойчивость к повреждениям. Набор будет отлично работать в профессиональной автомобильной мастерской, а также в гараже на заднем дворе. Обслуживание с помощью метрического ключа, храпового ключа или шестигранного гнезда. Экспресс-пистолет для полуавтоматической сварки. С помощью этого пистолета обычный сварочный аппарат встает полуавтоматом. Есть катушка для подачи проволоки для сварки. Для работы нужен аккумулятор на 12 вольт, как в обычной дрели, например. В комментариях к данному пистолету я прочитал, что с MMA-инвертором не работает, так что имейте в виду. Ссылочку на оригинальное видео и на товар оставил в описании. Если интересно, смотрите и заказывайте. Ножницы электромонтажника. Инструмент предназначен для использования электриками. Длина режущей кромки 47 мм. Есть специальный вырез для снятия изоляции или фиксации провода при резке. Используется для резки медных проводов малых сечений. Лезвие из нержавеющей стали. Рифленая поверхность одного из лезвий предотвращает соскальзывание при резке. Валик с подачей краски. Предназначен для осуществления покрасочных работ. Модель работает с любыми водоэмульсионными красками и валиками других производителей, что весьма удобно. База с насосом надежно крепится на любую емкость с краской. Легкая сборка и простота в использовании позволяют быстро и квалифицированно выполнять покрасочные работы. Краска набирается в специальную цилиндрическую емкость с помощью подвижного поршня и рукоятки через заборную трубку. Продуманная конструктивная особенность. Благодаря подвижной головке можно красить труднодоступные места с меньшими усилиями и затратами, чем обычно. Магнитные держатели для инструмента. При проведении слесарных, сварочных и паяльных работ магнитный держатель для инструмента обеспечивает дополнительные удобства при хранении различных металлических инструментов. Он представляет собой длинную пластину длиной от 23 до 61 см. У продавца есть несколько вариантов. Пластина может выдержать за счет двух встроенных магнитов максимальный вес до 9 кг. Крепится магнитный держатель в удобном месте на стену с помощью двух пластин и предназначен для постоянного или временного размещения различного металлического рабочего инструмента возле или непосредственно на рабочем месте. Пневматический заклепочник. Это инструмент, который используется для надежного и качественного скрепления однородных листовых, а также разнородных материалов, в частности металла, кожи, пластика и так далее. Заклепочный пневматический пистолет более производителен, долговечен и надежен по сравнению с электрическими и механическими моделями. Пневмозаклепочники нашли широкое применение в профессиональных строительных работах, при ремонте электроники, бытовой техники, в авиационной и автомобильной промышленности. При работе с заклепочником используются заклепки от 2,4 до 4,8
8 мм из алюминия. Относительно легкий и надежный заклепочник, рассчитан на работу в 2 смены. Клеевые пистолеты – это прежде всего мощность, надежность и производительность. Данный инструмент можно применять для отделочных работ по склеиванию материалов разного рода и назначения. В быту его можно применять для соединения изделий декорирования, для склеивания пластиковых изделий, кожаных, деревянных и многих других материалов. Основой склеивающего материала выступает клеевой стержень. Клеевой стержень изначально имеет твердую консистенцию. После разогрева стержня в клеевом пистолете при температуре 205 градусов клей переходит от твердого состояния к более жидкому и становится пригодным для склеивания поверхностей. Не стоит забывать и о безопасности инструмента. Никогда не дотрагивайтесь до сопла и клея, когда пистолет максимально разогрет. Ручной фрезер по дереву представляет собой многофункциональный электрический инструмент профессионального уровня. Инструмент может использоваться как вертикальный фрезер, так и сняв со станины в качестве прямой шлифовальной машины, либо фрезерного мотора. Данный фрезер очень прост в использовании. Длительность эксплуатации обеспечивает двигатель мощностью 500 Вт, который имеет инновационную защиту от пыли. Электронный угломер – полезный, можно даже сказать, незаменимый аксессуар для людей, которые занимаются слесарными, столярными, строительными работами и тому подобное. С помощью данного инструмента можно измерять и переносить углы на различные детали. Это будет полезно при изготовлении, например, мебели. Электронный угломер представляет собой два плеча, соединенных между собой. На каждом плече имеются две шкалы – метрическая до 20 см и дюймы до 7 дюймов. Вместе соединения линейки установлен электронный модуль измерения угла с LCD-дисплеем диагональю 1,4. Бокорезы-плата. Эти бокорезы очень популярны и продаются тысячами с AliExpress. Ручки инструмента подпружинены, причем сила сопротивления пружины заметно меньше, чем у маникюрных щипчиков. Металл не пластилиновый, отсюда и популярность, и хорошие отзывы. С перекусом спички проволоки до 1 мм справляется отлично. Их тонкими острыми губками легко можно откусить кантал даже в самых труднодоступных местах. Особенно пригодятся такие кусачки любителям намоток из 4 и более спиралей. Кусачки предназначены только для тонкой работы. Не рекомендуется перекусывать одновременно несколько проволок или проволоку толщиной более 0,5 мм. Автоматический лазерный самонивелир. Это точный нивелир, предназначенный для работ внутри помещения и на улице. Он строит 4 вертикальные линии, одну горизонтальную и точки отвеса по всем 4 вертикалям, которые служат для определения нахождения вертикальной линии на более дальних расстояниях. На большом расстоянии, когда лазерные лучи плохо видно, точки помогают обнаружить их. Выравнивание поверхностей, прокладка электропроводки, установка дверей и окон, разметка гипсокартонных конструкций и подвесных потолков, строительство стен и перегородок, работы по внутренней отделке помещений вы сделаете быстро и качественно с этим лазерным уровнем. Диапазон автоматического выравнивания происходит в пределах плюс-минус 3 градусов. При большем отклонении корпуса прибор оповестит об ошибке звуковым сигналом и миганием линий. Поставляется в пластиковом кейсе вместе с лазерными очками, адаптером для работы от сети и батарейками. Двухсторонний самовосстанавливающийся коврик для точной резки. Рекомендуется к использованию при крое различных деталей раскроенным ножом. Удобен при изготовлении аппликаций. Прекрасно подходит для моделирования деталей на бумаге, в пэтчворке, квилтинге, скраббукинге и многих других техниках. Коврик отличается многослойной структурой и внешней шероховатостью, которая препятствует скольжению материала и позволяет ему оставаться в фиксированном состоянии. Отдельно следует отметить самовосстанавливающуюся структуру коврика, так что даже при интенсивном использовании он остается как новый. Изделие снабжено разметкой, а также фигурными изображениями, что позволяет с точностью резать материал и придавать ему необходимый вид. Лазерный уровень с рулеткой 5,5 метра. Удобный двухпузырьковый мини-уровень с двумя глазками для разных плоскостей. Встроенная рулетка 5,5 метра, автостоп измерительной ленты, линейка на металлическом основании, подойдет для первичного замера и оценки. Станет незаменимым аксессуаром, как для профессионалов, так и для любителей. Прост в использовании. Варианты лазерной проекции, перекрестие и горизонтальная линия.
А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, в каком доме вы живете и на каком этаже. Я, к примеру, живу на 9 этаже, а вид какой у меня с окна, одно удовольствие. Розыгрыш призов будет на стриме, так что нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления, а то YouTube не всегда и не всем присылает повестки о стриме. Спасибо, что смотрите мои ролики, всем пока!